Так, верни меня назад сюда. О чем бишь мы? Собственно, своей цели попасть в город мы уже добились. Здесь можно перемещаться по нескольким локациям, выполнять получение граждан. Не следует забывать о новой цели. Обезвредить бомбу, угрожающую мирным горожанам любимого города. Замечаем арку с бело-синими полосками в левом углу экрана. Вот это. И проходим через нее. Окей, это самое начало, да, где мы упали. Хорошо, и чего? А масло сверху до сих пор капает. Возвращаемся назад. Что, можно упасть и заново начать, что ли? Подходим к трио музыкантов, беседуем с каждым. Давай. Чё-то тебе не хватает. Так, ему переключателей не хватает. 5 штук нужно. Где-то ему нужны барабаны. У него там что-то застряло или что? Ля ты крыса! Да ему нормально там сидеть, ему, ты ему в жопу дуешь, ему свежо. У одного украден барабан, у другого кнопки саксофона, у третьего в трубе поселилась крыса. Жаль. Не послушаем хорошую музыку, поэтому покидаем музыкантов, заходим в бар. Ля, тут масло наливают. PSP. Ой, бля, точно, PSP же. Секунду. iOS сразу нет, потому что нет эмуляции. Vita тоже сложно эмулируется. Да и не то, чтобы эмулируется, там устанавливать игры. Черт, ногу сломит, блять. Вот PSP. PSP. Да. Хорошо. Ну да. И чё? Чё это меняет? Их все равно черт жопу сломит устанавливать. Каждый раз мне придется вспоминать, как устанавливать игры. Это кошмар. Я лучше PSP буду играть. Switch нет. Ну это слишком современные консоли, камон. Дайте как-нибудь к ретро больше. Так, беседуем с барменшей. Барменша! Ты барменша? Масло налей, денег дай. Дай денег. Дай денег. Дай денег. Идем к профессору. Чего? Идем к профессору, мы присаживаемся к нему за столик. Это профессор? Ты профессор? Ой, блядь, иди в жопу. Мои любимые крестики-нолики, да?
Я что-то проморгал? First try. Вот сейчас за это у кого-то бомбануло прям по полной программе. С первой попытки решил. Лол. Мне нравится, как в гайде, знаешь, что написано? Обыгрываем его в крестике-нолике. Все. Ни решений, ничего. Ни идей. Ни хера, просто. Рассерженно он сбрасывает со стола 5 кнопок саксофона. Самое время подсобрать их. Куда пятая укатилась? Я что-то... А куда пятая делась? А, о, вижу. Ам. Ам-ном-ном. Хорошо. Проходим направо к двери. Зачем? А. Еще вот это, видимо, нужно забрать. Отвратительная игра. Собрал ленту для мух и в рот ее, конечно. Можно посмотреть в окошко. О, бандиты нахер сидят. Картишки играют. Так, в соседней комнате собрались все наши противники. Выходим из бара, подходим к чану с зеленой жидкостью. Ловим мух на ленту, я так понимаю. Чего? А как? А что? Ты тоже так делаешь? Съебали эти мошки. С добычей возвращаемся в бар. Применяем мух на барменшу, пока она от... Чего? Что? Пока она отвлечена, выносим из бара пустую бочку. Что значит выносим? Ты что, блядь, бандит тоже? Мама, I'm a criminal. Не, ну ты видел? Не, ну ты видел? О, сука! Кнопки саксофонист. Цветочек. Эй, Матрён, цветочек! Я цветочек взял. Убираем выброшенный из окна цветок, поднимаемся по лестнице.
туда. Воу. А, друг, что ли, мой пришел? Да нормально дело. А чё? Просто у меня в игре настолько громкий звук, что я не слышу алертов вообще никак. Представляешь, беда какая? Ну, чё за шелест травы там на заднем плане? Игра просто странно сделана. Ты переходишь с экрана на экран, ресетается звук. Бред такой. Другана не услышал. Кошмар. Зато косуля радоваться будет. Кто говорит, что типа ревнует? Все, я кого-то не услышал. Так что я не понял. А еще выше поднимаемся, что ли? Не, не этого другана, другого другана. Это... Я его просто так называю, друган мой пришел. Там мимас, где парень из кустов выходит и спрашивает, как дела? Не ты, не ты, ты это, ты молодец. Так, к бабуль старуха! Она ждет часа бесконечности. Я уже прям предчувствую. Вот эти вот локации я видел. Что я когда у Синка сидел, вот он где-то тут застрял. Постоянно я к нему приходил, он все время здесь где-то был. Вот этот оркестр я видел, вот эту вот улицу. Это я вот все видел. Но я не видел решения ничего. Очевидно. Здравствуйте. Масло? А у меня есть масло? Нету. Или есть? А. Окей. Хорошо. А, принести немного масла просит. Из ограждения с разбитыми лампочками. Вот это. Окей. Воруй. Воруй. Мы же играем в квест. Воруй. Это тоже должно быть мемом, наверное, не знаю. Рассматриваем картинку на ратуше. Какую картинку на ратуше? Что-то вот из вот этого вот. Ага. Окей. А это что? Ага, две картинки. Здорово, а это что? Это Glory Hall. Туда лучше ничего не совать. Вставляем рычаг в отверстие под картиной. Нет, все-таки вставляем. И что делаем? Выставляем нужные символы. Требуется, чтобы красная стрелка указывала на 5, а черная на любой из трех символов. Чего? Любой из вот этих трех символов? Или каких символов? Ой, мне не 5 нужно, мне 7 нужно, чё?
Так. А далее как? А как крутить другой циферблат? Как крутить другой циферблат? А, понял. Что-то я слишком легко это решил. Рандомно причем. А, бабуля ушла. Чё она ушла? А у него тут записка есть. Вот это нужно, да? Изобразить. Сюда мы еще вернемся, а пока поднимаемся выше. Подожди, это делать не нужно? Запоминаем символ на стене, который закрывал собой старушка. Сюда мы еще вернемся, пока поднимаемся выше. Окей. Выше слева или выше справа? Так, на крыше пристроилась кошка. О, вот это я тоже, по-моему, видел. Так, мне нужно проскроллить текст. Кызап! Она-то нам и нужна для того, чтобы прогнать крысу из трубы музыканта. Поднимаемся наверх по монтёру. Чего? Хватаем кошку. Но она вырывается. Когда мы дергаем из розетки шнур от дрели монтёра, тогда. А из какой розетки-то? Вот из этой? До свидания. Да, блять, ты что делаешь-то? Понял. Это типа ресет. Ага. Падаем и быстро тянем красный провод вниз. Хорошо. Вот этот провод красный, да? Еще. Стоять! Что-то не так. Так. Снова поднимаемся по нему на крышу, пытаемся ухватить кошку, не получается. Спускаемся, открываем панель на столбе с вороной. Что в конечном итоге нужно получить? Так, бизнес-схема подключения тока. Чего? Нужно линию нарисовать, что ли? Как ты работаешь, не пойму. А-а-а. Понял. Кажется, понял. То есть ток должен снизу прийти вверх. Вот оно вроде идет сюда, но, наверное, нужно. Это лучше бы они сделали, просто нажал и все. Чем вот это передергивание постоянное.
Так. Ой. Чего? Чижик! 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 Чижик, скотина! Не, я просто я предпочитал, чтобы ты нажал кнопку, и она сразу уехала туда, куда нужно. Когда Silent Hill завтра. Часов в 9, скорее всего. Так, да. Идем влево под провод. Рона копирует наши действия. Да-да. Угу. Начинаем вытягиваться и сжиматься. Чё? Ты пизделась? Я бы в жизни не догадался, что именно это нужно сделать. Сначала. Чего? Нет? В смысле нет? Как? Ты какой стороной впихнулся, дурак? Я немного не так сделал. Так, нужно вот сюда впихнуть ее. Торкает нормально. Так, ворона падает. Так, это я уже взял. Прикрываем, привязываем провод к перилам. А, мне нужно сначала отключить это говно, привязать провод, а потом уже делать. Видимо. А что это делает-то? А как мне вот это-то выключить теперь? А, кошка вернулась, чё я? Я просто думал, ее нету.
уверен, что получится схватить. Сломали кошку. Что это такое? Ладно, мы ее накормим еще. Примем кошку на турбинку. Го назад. Все, чат утомился этой игрой. Я прям чувствую. Люди стали меньше писать просто. Я бой. Правильно я понимаю, надо вот так, да? У нас тут своя атмосфера. Здесь будет ачивка за то, что мы песню прослушали. Какая-нибудь. По-моему, они начали заново. Поломалось. Да что ты выкинул? Тут что, дурак? Вот дурак, взял, выкинул. Нет, 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 нет. Подожди, да, 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 да. Нет, 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 нет. Не нужно. А где это было место? Арка. Точно, точно, арка. Да, ведь как-то так, наверное. Эп, так. Дедушку сейчас накачаем. Где с восьмым? Каким-нибудь, я хуй не разбираюсь в бензине. Дизелем! Дизелем его накачаем! Он встанет, начнет этот танц свой вертеть. Ха-хай! Ех-ех-ех! Ого! Дедуль. Ты чё? А. Маслица. А, не, смотри, он просто этот. Чего, не то? Подсолнечное тебе надо? Чё, охренел? Тебе ещё подсолнечное надо? Чё там, картошку жаришь, что ли, что? Так, а оно полностью истратилось или что?
Ой, надо было, наверное, да? Нет? Наполнить растительным маслом. Кроме того, он сдвигает кресло-каталку с люка. Еще в люк теперь можно. Снимаем крышку и спускаемся. Окей. Давай, топай. Амен. Выглядит сложно. Бля, ключ гаечный, смотри, сидит. Механизм подачи воды в фонтан. Справа на трубе сидит разводной ключ. РК в скобках. Разговариваем с ним. Хорошо, давай, разговариваем с ним. Эй, молодой! Молодой, чё спим? Можно тебя использовать? Нет? Бандиты граммофон у него забрали. Вот скоты. Что за беспредел? Как ты вылезешь? Как ты влез? Блять, Санта-Клаус хренов. Окей, он поможет, если мы ему граммофон принесем. Хорошо. Забираем красный гаечный ключ с одного из вентилей. Вот это, что ли? Чего? Ну, а забрать? Или имеется в виду, что... Это можно. Хорошо. Ну, это можно. Господи, у меня флешбеки. Это значки... Дали вставки кейкапов на механической клавиатуре. На моей. Эти крестики сраные. Кстати, Б, да. Угу. На трубе левее найденного гаечного ключа намечаем крюк. Чего? Что значит намечаем крюк? Какой крюк? Чего? Какой крюк-то? Я не вижу. Что это вообще значило? На трубе левее найденного гаечного ключа. Вот тут. А! Господи, висит же. Что я не вижу вообще? Подходим... к тумбочке в правом углу под РК. Листаем книгу. Листаем прям. Здрасте. Видимо, за этим мы листали. Это небольшой лор здесь какой-то, да? Такой прям маленький, с инструкциями, как это все работает, как это все строили, скорее всего. Прикольно. Чё ты делаешь? А как? Как я открыл это? Чё? В смысле?
Тут на геймпаде есть отдельная кнопка для увеличения и уменьшения себя. И открытие инвентаря на кнопку X. Нормально, чё. Сидят. Граммофон у них стоит. Хорошо. Не, плохая идея. Ну ладно. Проходим налево. Щелкаем на сливное отверстие. Это? Хорошо. Три гаечки включать, бери из красных. Хорошо, хорошо, хорошо. Угу. Сохранюсь. Да? Уровень 14. Интересно. Так, мне надо текст проскроллить. Угу. Пропущенных кадров 126. Роскошно, блядь. Так, половину второй страницы прошли. Здорово. Перекрываем подачу воды в фонтан. Каким образом? Как мы ее должны перекрыть? Что-то тут еще могу нажать? Или что? Да встань ты, ёпта мать. Перекрываем подачу воды в фонтан. Каким образом-то? Что-то типа... Нет, вода все еще идет. Ощущение, что у меня должно быть 5 ключей, не? Отсюда вода вытекает вверх, она не поступает, но подступает вот сюда. Значит, наверное, лучше так, да? Если она вверх не идет, сюда не идет, сюда не идет. Потом отсюда она все еще идет вверх и попадает сюда. А как мне это перекрыть? Это же не перекрыть никак. Да она прямо течет, ну. Да нет, даже без этого я понять не могу, подожди. Мне кажется, мне больше ключей нужно. Чё-то не хватает. Ну, либо мне нужно перекрыть вот это вот конкретно одно. Да какие нужно перекрыть-то? Чё-то я вообще не понимаю. Это
Нет. Эти две не поступают. Нужно перекрыть еще здесь, судя по всему. Но все равно оно поступает. Мне реально не хватает ключей. Будто бы. Чего я не уловил-то? Было написано про три ключа, не про четыре. Раз, два, три. Нет, три. А что значит перекрываем? А, ну там на картинке нарисовано. То есть, типа, здесь. Тут. И тут. О. А как так? Подожди. Вверх она не идет. Здесь. Здесь она не идет. Вверх она не поступает. А почему здесь? Что вода как-то вот сюда попадает? Ну, типа, ладно, ок, вроде сделал что-то. Что-то вроде сделал. Поговорить с РК. Чего? Встань. Что-то мне кажется, или что-то мы пропускаем? Вот, может быть, ну, к фонтану сходить. Что-то в гайде что-то не хватает, будто бы. Перекрыли фонтан. И что? Что мы добились этим? Ничего такого. А чё радио? У радио уже нету этого звука-то. Не так быстро. Сначала РК просят вернуть граммофон, украденного одним из врагов. Так, поднимитесь на поверхность, идите к ратуше. Так, окей, что-то я не дочитал. Тут просто как-то написано так сомнительно. Идем к ратуше. Крутим рычаг, выставляем символы. Окей. А символы наши это... Это 6. И вот этот значок. Не в ту сторону. Ранин покидает свое место и спешит в ратушу. Поднимитесь на второй этаж и заберите громкоговоритель. Понято! Воруй! Я так понимаю. Ничего себе, вот это радио. Чувствую себя владельцем современной Лады. С сабвуферами, которые трясут машину. Так что вот сейчас развалится. Вот прям да.
Что-то я не уловил, что там было сказано. Что-то про иномарку я только услышал. Здесь, подожди, граммофон можно ему не нести. Можно вот это только. И все. Бро. Help me, бро. Ля, пацанов сейчас затопим. Пожуй говна. Лови фастбол, спана. И это тоже. Мне кажется, можно бутылку спереть, не? Что? Черт, шляпочники? За имя такое. Ля, он там флексит. Так, он прыгает к вам на руки. Мы берем его к баку, отвинчиваем ветер. Готово, наши обидчики получили по заслугам. Поднимаемся наверх. Прыгаем в пустой фонтан. Ля, куда это я? А я потом назад-то вернусь. То есть спуститься-то спустился. Прилезаем через рюкзак, так, ла-ла-ла-ла, жмем красную кнопку на стене и спускаемся. Окей. Вези меня, карета. Подходим к окну и разговариваем с подружкой. С какой подружкой? Привет, подружка. Это же она. Эй, привет. Привет! Привет, подружка! Чё, её похитили? Готовь? Чё? На тебе поварёшку? Ебать стресс. Не понял. А, окей. Кухонное рабство. Кошмар. Смотри, подожди. Я за нее играю? Я за нее играю. Лёль! Здрасте. Подходим к шкафу. Открываем его, достаем початок. К какому шкафу? Это шкаф? Или вот этот шкаф? Это Босману. Это Босману початок кукурузы. С плиты снимаем кастрюлю, ставим ее на пол. Хорошо. Нах пошла. Ставим кукурузу на раскаленную горелку. Это же логично. Да. Сейчас будем попкорн делать, судя по всему. О, мое. Хорошо. Что за слово такое в этом гайде? Попкорн сбивает палку с крюком. Ви ся щу ю за окном. А, висящую за окном. Пробел забыли поставить. Висящую за... Что это такое за слово такое? Гидрит шпагоглотательница. Что творит? Прямо на горлах? Ла-ла-ла. Встаем на кастрюлю?
А ты умеешь растягиваться? Нет, ты не такой робот. И что мне нужно с помощью этого крюка сделать? Как? Чё? Вставай вот это говно. И ешь его, всё. Ставим кастрюлю на плиту. В нее опускаем шланг. Это больше похоже на не шланг, а батарею просто. Вкуснота будет какая сейчас. Макарошки. Да, угадаю. Нужно все теперь назад поставить. Применяем его на умывальнике. Нет. А, у лифта бензин кончился. Все. И это все? Все наше взаимодействие? Понял. Так, вот такое было? Было. Так, проскроллю текст дальше. Уже все сделали. Хорошо. Вон красные ручки. Вот это что ли? Понял. Двигаем ее. Меняем местами. О, господи. Что делаю? Есть кнопка ресета. Я забыл, как было. Нифига нету. А, о. Так, эти вниз. Давай по одному. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Да как было-то, ёб твою мать? Красный надо вверх. Красный вверх, все. Красный вверх. Красный вверх. Чёрт. Чёрт.
я вернул назад ее. Так, ладно. Да куда ты, ёптать, алло? Сюда. Не сюда. Вот сюда. А, вот в чем проблема была. Она у меня застряла, и все. Ну окей, давай по очереди. Один. Красный. Черный. Красный. Черный. Красный. Черный. Черный. Красный. Черный. Красный. Черный. Ла-ла-ла. Клан, черт с тобой. Так, предок. Убредок. Да ну не в ту, вот в эту. Я сделал вроде. Чё? Чё тебе не так? Появляется рычаг, дергаем его. Лифт поднимается. Что-то я дернул вроде, а что-то ничего не произошло, не? Нужно вверх дергнуть или что? А? Понял. Как прекрасно здесь это написано. Беседуем с вентилятором. Блять, в натуре с вентилятором. Окей, здорово. Ни хрена не понял, что было сказано опять. Гай. Ну, громкая игра слишком. Да, он задает вопросы, на которые мы специально отвечаем неправильно. Это был вопрос? Это Ваня. Да, я правильно... Да что я правильно отвечаю-то? Да что я правильно-то отвечаю? Ну, хватит правильно-то отвечать. Ты что-то слишком умный, слышь, алло. Он вот это хочет, чтобы я ответил. Нужно наоборот неправильно отвечать, чтобы он разозлился. Какой правильный ответ-то? Блять! Сика! Говно.
По-моему, мы его убили. Кошмар какой. Мы убили его. Да. Я почему-то думал, что эта игра короче. Чё? Ты там что-то делаешь, нет? Окей. Оранжерея. Угу. Надо остановиться с этой игрой. Сегодня и поиграть в другую еще. Потому что я уже утомился от этой игры.